и почему наша Земля умирает, и с ней вместе умирает человечество. Первое, что я хочу вам сказать, что я вам сделаю сегодня больно. Потому что мы живем в социуме, 100% управляемом философией лжи. Идол человечества – ложь, страх, ненависть и златолюбие. Вот четыре всадника апокалипсиса. То есть сколько раз вы солгали, прекрасно зная, что лжете. До больших страхов поругаться с другом, который служит полиции. То есть стал слугой врагов и палачей. Мы стали цивилизацией тотальной лжи. Это что, нацисты пришли и навалили горы мусора? Открытый геноцид всех коренных народов. Возможно, мы еще можем что-то сделать. Есть много роликов, что лес вообще поджигают сотрудники МЧС. Да вы хозяева этой земли. Кто может вам давать разрешение что-либо на ней делать? Это вы должны решать, что вы делаете на этой земле, а не они. Вы же служите в их судах, служите судебными исполнителями, работаете в полиции, в армии. Это армия карателей. Создать дал вам свою частицу и дал вам эту землю. Не признавать власть паразитов. Если ваш сосед служит Росгвардии, дайте им послушать этот ролик. И если он дослушает, он снимет с себя эту форму, занятую геноцидом собственного народа. Человек не будет работать коллектором или судьей, потому что у них нет никаких прав кого-либо судить. Не пытайтесь воспринимать их как людей. Они уже безвозвратно погибли.